сколько стоит один комплект средств индивидуальной защиты, появилась информация о том, что СИЗ закупает выше обычной стоимости. Как вы это прокомментируете? Вы знаете, предложения могут поступать разные. Это вопрос обычно в цене и в качестве. Поэтому тендерные комиссии при каждой организации здравоохранения должны всесторонне изучать все эти вопросы и принимать соответственное решение для закупки того или иного комплекта средств индивидуальной защиты. Цены предлагают разные, поэтому приходится работать интенсивно тендерным комиссиям здесь.